Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. О том, чтобы со сцены произнесли их фамилию, мечтала вся толпа. «Строймир» снова устроил большой праздник среди покупателей. Компания провела грандиозный розыгрыш призов. В прошлом году, к сожалению, не получилось провести мероприятие, пандемия. Но в этом году мы увеличили количество подарков. В этом году мы открыли новый магазин в селе «Быстрый исток». Большой ассортимент строительных и отделочных материалов. Также в этом году мы расширили зал кормов. Корма для сельхозживотных, корма для животных домашних. И, наконец, сегодня мы открываем большой новый торговый зал напольных покрытий. Наряду с большими призами «Строймир» разыграл 5 сертификатов на 20 тысяч рублей и 3 на 25 тысяч от компании «Таркет». Ну а новый автомобиль «Лада X-Ray» получила Надежда Третьякова из Салтонского района. Надеялась, что что-то выиграет, но не обязательно автомобиль. «Строймир» не останавливается на достигнутом, а потому продолжайте делать покупки и следить за проходящими акциями.